Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь рецепт прекрасного средства для чистки сосудов. Очень часто в возрасте за 40 многие сталкиваются с появлением таких симптомов, как постоянная усталость, частые головные боли и одышка. Также некоторые беспокоят повышенное давление и болевые ощущения в области сердца. Зачастую эти признаки свидетельствуют о наличии холестериновых отложений на стенках кровеносных сосудов. Дальше ты узнаешь рецепт народного средства, которое поможет очистить сосуды и кровь от холестериновых бляшек. Приготовить его не составит особого труда, понадобится всего 7 ингредиентов. 200 грамм кагора, 200 грамм морковного сока, 200 грамм сока редьки, 200 грамм лимонного сока, 200 грамм сока красной свеклы, 200 грамм воды, 15 зубчиков чеснока, 200 грамм натурального меда. Приготовление. Приготовить сок из моркови, красной свеклы, редьки и лимона. Очисти чеснок и пропусти его через пресс. Полученную мякоть разведи теплой кипяченой водой. Смешай все соки в небольшой миске. Добавь красное вино и мед. Затем перелей средство в стеклянную банку и храни его в холодильнике в течение полутора месяца. Употребляй напиток по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды в течение 45 дней. Уже через 2 недели ты заметишь, что общее состояние организма улучшилось. Также после регулярного приема этого средства пройдут головные боли и нормализуется кровяное давление. Эта смесь поможет вывести из организма соли, шлаки и токсины. Перед тем, как принимать средства для очищения сосудов, обязательно проконсультируйся с врачом. Напиши в комментариях, как ты чистишь сосуды, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.